Ну это к тому, что почему я ФПшнул. Я бы заролил. Но тебе доверия маловато, знаешь. Я помню твою никаву, мы с тобой очень много игр вместе играли, но я бы себя почти ни одну не помню, с тобой почти нереально выиграть. Ну, просто дисика и все. Где-то у тебя ранг, блядь, 3 сотни, я не буду с тобой ролить, буду супер. Бойцовский клуб. Хочешь играть с топовыми скинами, а цены на нож в Стиме стартуют от 8000? Тогда тебе на Avon Market. Скидки на скины до 40%, а пополнить счет можно любым удобным способом. Avon Market — это более 60 тысяч предметов из CS, Dota 2, Team Fortress 2 и Rust. Продавай ненужные предметы по самым выгодным ценам. Покупай новые скины дешевле и удобнее, чем в Steam. Сервис имеет более 400 тысяч пользователей и свыше 2 миллионов проданных скинов. Avon Market — покупай и продавай в один клик. Вводи промокод из описания и получи до $5 в первой сделке. Я задавлю, ребят, или нет? По-моему, я не задавлил, да? Бля. Да просто поставьте, блядь, линию, чтобы ВР-ка так не стояла, не качалась подвижка, и все, блядь. Только можно пучмить. Я боюсь, тут Джейн. Мне страшно. Где он, блядь? Может, он здесь стоит, может, здесь стоит. Ну, я не могу стоять нормально, знаете, потому что я уже боюсь. Тише, мальчик. Придурки, блядь, конченые. У меня пуч мне живет. Идите сайды, ребят. Вот у меня, к сожалению, никто не живет. Хорош. Это чел один на один еще. Дядь. Кто знал, что у него подгон ебаный, блядь. Низ? Блять, у меня фэрик перекладывался. Как он достал? Уже этот талант сломанный. Просто линзу встроили герою. На первом левеле линзу дали, охуеть. И Каю. Дэмэдж просто неадекватен. Я хосту возьму, подойду, мэй. Он хуй делает полную. Я подхожу, ребят, во-во-во. Найс. Да, я думаю, что не успею уже. Там ему залетело прям на ноги вообще. Третий конс что двигается, блядь, что с ним? Засенки его. Привет, как. А вообще это на Иксе похуй тебя, да? О, нахуй там дерется, главное. Что, дерется, меня хукнули? Что с тобой, глаза открой хоть на секундочку. Слушай, дебил конченый, к тебе дали ТП 4 героя в мид, 30 секунд. Нахуя вы нажимали ТП, если я под стенку изи руну отжимал? И кто я просил? Тебя... Я войс нажал, чтобы я вы ТП нажали? Тебе дали. Все, под экзо, maybe, сломать пачечку, да. Зачистись, блядь, он с вами убил. Ухуй. Да, глиф, ёбище.
Это Джоу какой-то. Он реально не успел выбежать, да? Я знал, что нажмет Эндран, но просто не успел выбежать. Я под паунс хотел дать ему 3 секунды паунс. Дальше пойдешь, подстава нужен быть. Нахуй. Не знаю, что кому говорит, я давно его замутил, что он с пустотой общается, блядь. Бежит на праймале. Пожал бы, да. Главное там. Почему, блядь, по нечестным стракам 0 урона? Что такое, мы опять тебя на что разделял? Че за хуйня? Да, почему я не давлю? Такая фрикатка. Они там вообще пиздец. Он 2 раза подряд умер, у него игра закончена. Свен такой герой, что ты вообще умирать не можешь никак. Это герой одной ошибки, он 2 раза подряд умер. Я не знаю, чем как его делать. Ничего походу. Уже никогда. Никак не поможет. У меня ТП 10 секунд, да. Мой краб, мой сварки, пиздец. Я тебе помогу, Бейрон, что? Блять. БКБ заканчивалось, снэп не пропнул из этого, но он успел из торнадо выбежать. Да-да, Ера. Хорош. На сварке не т***ёб, он просто макрогений запиздел чела в чате, чтобы он просто сдох вот так. Хотя он бы и так сдох. Боже. Чё, БКБ, блядь. После такого мула, конечно, играть вряд ли чего хочется. Ну подойди на ВРК, что бегаешь так. Ну да, съел его, конечно. Все выжили на лоу хп, да?
прием тупим? Да. Да. Это база, когда. Чириген. Сварки, давай подколь нам на победку, братик. Мы не справляемся без тебя. Привет. Можешь объяснить, почему купил два слота Мактарина, а потом Блинк в этой игре? Ну, потому что всегда Актарин плюс Блинк пиздатая связка. Потом ты еще шарп добираешь, ты очень мобильный. Ты видишь, я в файте сколько раз метеор нажал, потому что у меня Актарин просто... Ну, я бы сверху мог брать, я говорю. Когда было канал. Да. Ты в атаке, ну что, можно без догона? Еще у меня гоним по трента. Понятно. Ну, где очень большая нехватка урона, и вы въебываете, это можно затестить по трента. В смысле, не затестить, а купить, чтобы был шанс на победу, но в целом это понятно. Бля, ну чё они так быстро не дали даже клавишу понажимать? Быстро они сдались как-то. Ну как сдались? Проебали просто. Я не даблил, блять, это. Я хотел задаблить, я просто забыл, потому что у нас пизделка на руне началась ебаная. Жаба, побольше фокуса на игры, поменьше чата. А он уже линнул. Хуя. А вот как трон упал у энеми, сразу линнусь. А как вместо того, чтобы игры писать в чат, так он первый. По-разному, брошка, слишком много. Я же эту хуйню придумал 3 года назад, когда это только вышло. Там это совсем другие итемы были, сейчас это немножко другая тема. Как дало? Ноль? Надо было префом просто нажимать кнопку и все. Я просто знал, что я точно это выиграю соло. Даже если у меня Steam еще на сайтах будет не так, это для меня слишком три игра была по драфту. Вообще против Сона кайфово играть на локере, потому что игрок после БКБ вообще не может двигаться против нокера. Нажимаешь на него бласт, внезапно 7 секунд. Стенка, замедление, снэпил не может нихуя. Если у тебя, если Свен не супер оверфармывает себя, ну который не будет так, что он за БКБ шотнет всю твою команду, и все, ты уже один ничего не сделаешь. Если у него там какой-то сатаниксия. Если игра средняя, то Свен Инвокера почти не может играть. Если Инвокера нормальная вещь. Поэтому против Свена всегда кайфово пособирать Октарин. В этой игре у меня не было Октарина. Но у меня есть немножко другой билд был. Против Свена. Но это тоже рабочая тема.